Назар, ты дрос у себя в последнем ролике про Амкал. Сказали, что ты говнюк матча. Что можешь сказать про это? Я видел эти записи, мне прислали и запись экрана, и все в этом роде. Слушай, Жеке вообще нет проблем, он вообще красавчик, на самом деле, мне симпатизирует. Ну, сказал, ему надо было что-то говорить. Насчет того, что там Талапка говорит, мышь ебаная, но, скорее всего, это он, потому что он начал выпрашивать красную карточку во время матча, когда у него уже была кровь. Второй момент, то, что я подошел к нему сказать, будь мужиком. А он это, не знаю, как-то, блядь, подает то, что я якобы перед ним извинялся там и так далее. Не было такого. К Алексу Стилю, да, я подошел, потому что я был неправ в этот момент. Я сказал, извините, типа так и так. Вот к нему по делу, то, что уже после свистка я толкнул, это да. А насчет Некита, то, что он там выкрикивает, ну, он клоун чистый, честно. Для меня он, ну, человек какой, блядь, с такой внешностью, блядь, потлат и рассказывает мне, кто я, что я. Ну, пожалуйста, блядь, ты... Сидишь, блядь, где-то там записываешь музыку, блядь, а футбол, блядь, самолета видел. Поэтому для меня он клоун чистый.